Казах. Эсмин. Жан. Эсма. Эсма. Я надеюсь, не мешай. Танец зва. Салем, сосед, скоро долгожданный и светлый праздник Наурыз. Давай вместе узнаем, за что же соседи любят этот праздник. А за что вы любите Наурыз? Ну как за что? За баурсаки, традиционные украшения, за одежду, за кухню. Наурызда өзінің де ерекшеліктері бар. Үйзі құрат, там көже, бірдеңе. За национальные блюда, за то, что в этот день все гостеприимные. Русские отличаются от русских в России, потому что наши русские, они умеют все готовить казахские блюда. Вот за это я люблю Наурыз. Я люблю праздник Наурыз за атмосферу, потому что в это время в нас, казахах, и всех, кто живет в Казахстане, просыпаются этнические корни. То есть все русские, азербайджанцы, украинцы, все считают и вспоминают, что они живут в Казахстане, они вспоминают, что они казахи, мы подчеркиваем наши традиции и вспоминаем наши корни. Когда мы знаем, откуда мы пришли, знаем наши корни, у нас появляется больше энергии, больше силы, потому что если мы знаем, откуда мы пришли, нам легче понимать, куда мы идем. И вот за это я люблю наш праздник Наурыз, за всю эту чудесную атмосферу нашего казахского народа. Наверное, за то, что все такие счастливые и добрые, очень много выходных, хоть мы и работаем в эти дни. За еду, за то, что можно погулять, поесть. И из-за того, что уже действительно наступает весна, тепло, потому что все-таки, когда Новый год проходит, там еще зима же идет, а тут вот наш Новый год, уже сразу же тепло становится. Вот, поэтому люблю Наурыз. Из-за Наурыз-гуже, из-за юрты казахской традиции. Весенний вайб, все круто, прям нравится. Наурызды в основном енді біздің мереке болғандықтан әрине. Басқа не үшін жақсы көруге болады оны? Даже Наурыз. Имя даже былайша айтқанда прям тянет, да? Прям атмосфера. Казах.